Всем привет, это Спанч Боб и... И это обзор на игру Sniper Elite Bloody Zombie Army. Все, теперь все нормально. Да выходи ты уже скорее, Бен, заходи! Сейчас тут уже главным героем играть тут. А вот этим очкариком. Ну выходи, блин, давай! О, боже, заходи на выстрел. Germany is shrouded in darkness. Nazi zombies walk the earth. You have arrived at an abandoned village, hoping to find a lucky people. Переведу название миссии. Деревня смерти. Вот. Но я бы ее так изображал бы. Ну давайте опять трусанят. Так, Игер. Начинаем, короче. Давай по-новому играть.
Он же замер, пока он будет друг его не убивать. Никто не любит главного героя, все исправят очкарики Гивер. Thank you.
Которого называют... Все. Зомби это не живущие мавки. Так что... Хотя... Нет, я лучше крабин возьму. Карабин он все-таки лучше. Карабин круче. Да, очкарик? Да. Да, вижу. Я очкарик. Я очкарик. Не бей! Не бей Гитлера! Не бей Гитлера! Headshot! Нет, я буду бить! А чё за бред? Боже мой! Затем проиграю. Кончаются!
Это, пожалуйста, пожалуй, перезаряжу. Зайдешь за главного героя. Надоело, все, пошли, давай. Если бы сейчас убрали вообще все золото. Короче, ребят. Вышел из игры, то есть не создал лобби снова, нет, не пересоздал их снова, я вышел в лобби, почему ты не можешь зайти теперь? Сейчас я зайду. Я ненавижу это. Я теперь буду за главного героя, потому что... Чтоб это стыдно было. Чикарики мне было бы в углу, а поэтому миссию никогда бы я не пройдел. Сам не знаю, это даже назвать не. Да, бля. Попал! Попал, блин, все-таки! Слайдер. О, боже мой. Ладно. Не буду поднимать, ребят.
Где камера? Ладно, ребят, мы пока будем пытаться пройти эту игру, как-нибудь я с вас. Потому что я не могу это снимать, пока мы тут тубим, пока мы тут бегаем на тубо, ребят. Так что я сам был. Так что всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И сам был Спанч Боб и... Пока! Не знаю, что это еще почему. Всем пока!